Я только хотел добавить к Гулим и Йошер, что это две формы управления Творцом, творениями, где управление в прямой линии обязывает нас, подталкивает нас вперед и проводит нас с места на место. Это управление направленное. А управление через круги, воздействие через круги от Высшего Света, от Творца, это общее управление. Это для того, чтобы сохранить наш мир, чтобы он не взорвался, чтобы не наделали тут всяких глупостей. Да, как бы тогда невозможно тогда уже просто выйти из этого. То есть общее такое управление, которое выше сил человека, выше участия человека в творении. Вот две эти вещи, круги и прямая линия, и Гулим, и Йоша, нам нужно также и почувствовать, насколько мы находимся в их обоих. В их обоих. То есть есть общее управление вокруг. Это проходит через Гулим к нас, окружает нас, направляет нас, продвигает нас в творении. И также Йошер. Это уже такие формы перехода от одного состояния к другому. Это уже больше в ощущении творений. Мы еще поговорим об этом. Я только хотел сказать, что не относись к этому, что это что-то такое далекое от нас, лишнее, теоретическое. Нет, нет. Мы живем в них обоих, в обеих этих формах воздействия Творца на нас и через круги, и через прямую линию.